Необычная встреча произошла в Иркутске. Лиса вышла к железнодорожным путям. Видимо, в поисках пропитания. Очевидцы сняли плутовку на видео, а также решили познакомить с ней свою кошку. Но, увы, дружба не состоялась. Патрикеевна вела себя осторожно, хоть и с немалым любопытством. А вот Мурка сохраняла спокойствие. Вскоре животные разошлись. Чё ты деткам покушать несешь по-любому, да? Как известно, лисы – родственники собакам и волкам. Но на этом сходство заканчиваются. Свой образ жизни они полностью скопировали у кошек. Выходят на охоту ночью, полагаются на шикарный слух и отличное ночное зрение. И даже лазают по деревьям. Лисы умны и сообразительны. Из этого вытекает излишнее любопытство, что нередко приводит к плачевным последствиям. Рыжие суют свой нос куда надо и не надо. Особенно страдают те, кто подходит близко к людям. Лисы застревают в банках и бутылках, автомобильных колесах и заборах. Будем надеяться, что с героиней сегодняшнего видео все в порядке.